Почему все агрятся на наш родной язык? Вообще похуй. Мы что, виноваты? Пульте. У нас по умолчанию этот язык. Рогов. Блять. Что рожа? Я не увидел кто, но это был ДК. Я сказал, будет. Милики в землю, РДДшники в огонь. Нет, ребята, мне абсолютно все равно, на кого вы сейчас ролите. Пока анонса не будет, вот вообще насрать. Мелики огонь, РДДшники, землю и ветер. Мелики, а вы можете шпили перешли не заливать и не стоять босса бить? Пока стоишь шпили, вы все заливаете только шпили, а потом уже в босс. Первая пати хилы остается на рейде. Четвертая пати будет убегать вместе с танками. Вары, Рога и ДК. Нет, сделаем по-другому. Шаманы, Вары и Рога остаются сбивать шпиля косы на третьей фазе. А ДК будет выходить вместе с танками. Элемы, Вары с пятой и шестой пати и Роберт, пишитесь в рейд. Там шпили, ребят, огонь в РДД зоне. РДДшники могут развернуться и залить его. Стоять бить босса дальше. Так, три человека плюс оно, остальные. Я слышу, я понял. Только вот ДКшникам я сказала убегать. Я просила плюсану только шаманов, варов и рогов. Третья пати вар тоже будешь сбивать костя. Стопните ДПС у босса. Просто руки от клавиатуры убрали и все. Три раза эскейп. РДДшники, землю, милики, ветер заливайте. У нас РДД два шпиля стоит, нам надо два залить. Милики, ветер еще живой, он должен уже умереть. У нас уже второй шпиль падает, а у вас первый еще не упал. Еще шаманы руки убрали от кнопки. И ее вообще не нажимайте без команды. Он поддержит тебя поделать на танке. Танты на пул, дайте в танку. Мелочь долили и все в угол. Там вот на конце коста нажмите, там все в угол встали. Все, убежали.
ДД, те, кто сбивает косты, остается на шпиле. Хилы тоже. Блин, а зачем мне наложение чар? Шпиль долили и быстро все в угол. Локи питомцев к себе приручили, подтянули, привязали, без разницы, чтобы не стояли рядом. Шпиль сзади стоит, вары, лема. Босса по шпилю заливают. Да, не, ну его не было. Что? Я прибежал, ну типа, прибежал и позвал. Ну, подкасты зачем стоят? Босса обдотали и все ДД убежали. Не нужно стоять сзади, доставать что-то. Я же на китайском разговариваю. Я не знаю китайский. Я сказала ДДшникам не кастовать ничего сзади, не стоят, кастуют. Шпиль. Элена, Вары, Рога. Фулл рибаф по танкам. Босса ближе к уголку. Вы за черепа никто не стоите? Флори баф по танкам. Сейчас лужа будет. Теперь появился, заливайте, косты сбивайте. Босса уводим. Вы можете косты сразу сбивать? Не затягивайте его до конца. Локи питомцев своих к себе поставьте. Или вообще вырубите их нахрен. Каждый рейд одно и то же. Там Stormworker и тотемы стоят. Это не питомец. Шторм, значит, ты тотемы не можешь убрать? У нас есть кнопочка одна. Она ставит, блин, 4 тотема, а вторая убирает. Они подо мной, около босса. Только сейчас переставил. Они стояли там. Так я когда ставлю эти, те исчезают. А я давно поставил. Два человека видела, сейчас там тотемы твои. Фулл рибаф по рейду дайте.
шпилы, как у вас в команде? Шпиль. Почему же шпиль, блядь, сзади появился? Потому что какой-то не особо умный человек стоял сзади и что-то поставил. Скорее всего, просто баг. Нет. Сбегите все в угол. Все ДД стоят в углу, блин. Алло. За черепом никто не стоит. Под боссом только милики, блин. И там все. Мне скоро такое вил-вил куда-то заберет, блин, с таким рейдом. Как я сочувствую вашим релам, блядь, когда вы не можете выполнить элементарные, сука, действия. Шпиль появился, косты кикают, танки уводят. Ну, а мне еще предлагают другие рейды выйти, а у меня психика, блядь, не выдержит так. Я вам смотрела, как ребята добирали пугов целых К-10. Люди разжевали им все. Каст. А они все равно делать не то, что нужно. У нас один живой танк, ДК простой, любоса в угол. Таш, какое ЦЛК-10? Тут он, блядь, элементарно бегать не умеет, а ты хочешь, чтобы ЦЛК-10 ничего приделали? Ромбика полностью ребят. Жреца, если мешает убить. А что можно говорить, если мы даже ходить в обычную ИК, ИК, не ИВК-10, и там люди умудряются вайпаться? Даже в ИВК-10 какая разница? Там уже фулл зергуется, блять, я не знаю, как там умирают люди. Шпиль. Все, никто не умирает, друиды, приготовьте БР, шпилю, косты кикайте сами. Может, гев? Еще без гера слабо? Да так быстрее. Сегодня ходил на ИК-25. Заливайте, ребят. Боссы, заливайте. Масс-сейф какой-нибудь дайте там. Масс-сотрудница на сильных способностях. Друиды, спокойствие могут бахнуть. Может, уже это поможет. Я сказала, кто умирает, не встает. Зачем человек, который умер, сейчас встал? Лута не хочет. Вилдвейс, ну ты как будто первый раз. Даша, 27, запомни. Да, хорошо. Ни хрена себе, два щита. Вчера то же самое было. Я говорю, в две руки чисто, блядь. Даша, ты кое-что забыла, походу. Про распределение лута, да? Не, по этот, по аспеке. Ну что страшно, будьте ролик на то, который еще. Все. Если кто-то что-то забирает, пишите, пожалуйста, шустрее, пишите про это рейд. Не добываем только что проанонсил следующий лобжу. Ну да, всем спасибо, всем пока. Давайте хотя бы шаг 1000 делайте, а то вот эти шаг 100 это пиздец. Ярочек, у нас не было анонсов, ставим какого ролика. Если вы меньше тормозили, то может быть был бы анонс. Роли вы на те спеки, в которых сейчас. Да. Так она есть. Даша. А можно тебя попросить после аука первым Петр разрулить? Можно. Сделай, пожалуйста. Ананас, ты за вздохом? Или кто-то еще что-то будет передавать? Ребят, кто-то что-то хочет еще забирать? Да-да, нет-нет. Человек дает 10. 10 как короче. А что он хочет? Вдох. А, пусть забирает. Thank you.
Ой, как красиво тотемчики наставили. Как это, взлетная полоса. Да. Красавчик. Одиннадцать. Там она нас еще 12 лет, Даш. Кто больше? Давай